Летучий порох. Так, а что у нас там? Дорогая Аполлония, приглашаю тебя на пикник, начиная с юной пикет или меньших скорую встречу. Принят. Люмос! Свечи зачарованы? Интересно, куда они ведут? Похоже, эти свечи ведут к запретному лесу. Люмос! Сокровище должно быть неподалеку. Видимо, для кого-то пикник. Поиск сокровищ меня вполне устраивает. Ривелио! Замок. Ривель. Я пришел, как и обещал. Вот мы снова встретились, Ричард Галкрот. Я даже не удивлен, что ты здесь. Настоящий гриффиндорец никогда не упустит приключения посреди запретного леса. Красиво сказано. Итак, куда идти дальше? Иди за мной. Я провожу тебя, насколько смогу. Но, боюсь, мне малость не по себе возвращаться на место моей кончины. Важно не пропустить купальню для птиц. Когда найдешь ее, скажи «Интрамурос». Кажется, это на латыни. Или на греческом. Как можно догадаться, я был не самым прилежным учеником. Идем. А есть еще какие-нибудь ориентиры, кроме купальни для птиц? Конечно. Даже несколько. Каменный мост, водопад и, если не ошибаюсь, озеро. Увидишь. Ты мне очень помог. Спасибо. Сколько воспоминаний навевает это место, и почти все неприятные. Ну да. Знаешь, чем ближе мы подходим, тем больше я вспоминаю. Дальше тебе стоит идти одному. Просто иди дальше и гляди в оба, чтобы не пропустить купальню для... Ривелио! Ничего не поделаешь, придется идти дальше.
А вот и водопад. Как Галкрат и обещал, хоть он и вор, но слово держать умеет. Ну, нырнул. Это место кажется таким торжественным. И гордый олень у озера. Вот это место. Точь-в-точь, как описал Галкрат. Инцендиум! Интрамурос. А не далековато ли мы забрели от Дурана? Да как знал, что в конце концов ты приведешь нас к спрятанному. Хватай! Ну, может, не будем тянуть время? Я не успокоюсь, пока ты... Ну что? Расслышал. Теперь эти сторонники ничего не доложат своему Ранраку. Сейчас увидим, куда же Галкрат отправил меня. Интересно, насколько большое это место? Видимо, кто-то очень не любил случайных гостей. Ривелио! Думаю, какое-нибудь заклинание поможет его найти. Есть. Трогать я это не стану. Фу.
Ривелли. Похоже, эта платформа должна подплыть ко мне. Ривелио! Ривелио. Приятно, конечно, что Галкард оставил для меня подарочек, но где же он сам? И где? Умер уже. Ривелио. Инцендио. Левио. Очередная головоломка. Но если Галкард ее решил, то и я смогу. Ривелио. Ривелио. Тут шланды. Ривелио. Хорошо, что Галкард не упал туда. Акция. Скелета пока не видно. Но раз уж я здесь, можно посмотреть, что внутри. Акцо! Протего! Ривелио! Не то нажал. Акцо! Инсейтер!
Ривели. Инцендиум. Ривели. Точно. Ривели. Инцендиум. Странно. Казалось бы, Галкрад должен был заинтересоваться. Да-да. Послотасло. Ух ты. Но поблизости его нет. Нафиг эти сокровища. Акция! Холод. Секретик. Как я упал-то? Акция! Акция!
Приятно, конечно, что Галкард оставил для меня подарочек. Но где же он сам? Ривелио! Акцо! Безголового скелета пока не видно. Но раз уж я здесь, можно посмотреть, что внутри. Акцо! Ривелио! Что ж, вот и он. Мост уже почти целый. Опять руки. Но голову Галкарда, в смысле, явно не они. Инцендия! Ты шип, да? Прощай, чудовище. Даже представить страшно, насколько пауки тут расплодились со времен Галкарда. Ривелио! Тотка. Нетронутый сундук? Да. Внимательно Галкард обыскивал эту пещеру. Филин. Нужно поискать символ. Где нож? Определенное время. Наверное, останки Галкарда и нужная мне страница совсем рядом. Мы снова встретились, Ричард Галкард. Спасибо, что столько времени хранил эти страницы. А вот и карта, которая привела Галкарда к погибели. Там дальше есть что-то еще? Протего! Левиоз! Акция! Экспеллиармус обезоружит вас в два счета.
Нету у тебя экспляр. Блин. Ребенок стиля. Ну не так. Запретной секции. Что, что тут там, дубленки? Где это я? Ривелио. О нет. Это что, потоп? Откуда у меня такая защита? Что за магия такая? Надеюсь, эта магия будет защищать меня, пока я не выберусь отсюда. Что это за место? Ривелио! Неужели? Это вы? Кто-то наконец нашел наш зал картографии? Ой, вы же были в омуте памяти. Вы профессор Рекхам. Действительно. Должен признаться, я удивлен видеть кого-то столь молодого передо мной. Мне столько же, сколько было вам и с Исидорой Моргана, когда вы поступили в Хогвартс. О, вы еще и внимательны. Полагаю... У вас есть такой же дар, как и у нас? Видеть следы древней магии? Да, сэр, могу. Как вы уже, наверное, поняли, наш дар обеспечивает уникальную связь со всеми формами магии. Нам подвластны редкостные проявления магии, недоступные многим другим. Вам могут предоставиться возможности развить этот редкий талант. Не упустите их. Хорошо, профессор. Благодарю вас. Тогда нам многое нужно обсудить. Но сперва вас привела сюда карта, найденная в некой книге. Поставьте эту книгу на пьедестал. У меня нет с собой книги, сэр. Хм. Это весьма досадно. Тогда придется отложить разговор. Возвращайтесь с книгой, и мы продолжим. Это ведь ваши статуи и разные портреты в доме на утесе. Ведь так? Вы провидец? Да. Вы знали, что я буду здесь? Ваше прибытие не стало для меня сюрпризом, но большего я пока что, увы, сказать вам не могу. Я в растерянности, сэр. Почему это место называется залом картографии? Вы все поймете, как только поставите книгу на пьедестал. Хорошо. Я сейчас же отправлюсь за книгой. Хорошо. Когда вернете книгу, продолжим разговор. Пытный.
Так, темное искусство. Так, приносим родной и пруд. Да, нет. Уит. Брос кадри. Мне удалось найти страницы из зал картографии. Зачем же мне книга? Ривелио! Я снова в Хогвартсе? Интересно, когда вернется профессор Фиг? Я ведь обещал ему не забрасывать учебу, пока его не будет. Но мне столько всего нужно успеть, пока он не вернулся с книгой. Ривелио! Вот он. И сюда. Вот так. Вы должны выучить депульса, отбрасывающие чары. Они пригодятся, чтобы двигать предметы или расталкивать противников. Выполните необходимые задания и встретимся в моем классе. Ривелли! Так, статуя спящего дракона. Девиз Хогвартса гласит: Драко Дермис вам. Это означает: никогда не щекочи спящего дракона. К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из и поэтому спокойно поднять без каких-либо по. По слухам, этой урни когда-то был сложник луки об укреплении драконов. Все довольны. Забудьте, первый. Thank you.
Ривелем. Очень обязан. Вот бы пойти в запретный лес. Ну, больно уж страшно. Прошу прощения, вы что-то сказали? О, здравствуйте. Это я сама с собой, я Клементина Уилларси. Привет. Курочка местная. Я размышляла о прекрасных бабочках, порхающих на опушке запретного леса. Но когда я приближаюсь, они улетают. Когда я училась в Хогвартсе, нам действительно запрещали ходить в запретный лес. Рассказывали жуткие истории о том, что там творится. С тех пор Нет. я до смерти боюсь его. Знаю, это буду глупо, говорить, но мне безумно интересно, куда стремятся бабочки, улетающие в запретный лес. Может быть, вы сможете это выяснить? Просите меня проследить за бабочками? О, да, пожалуйста, если не сложно. Хорошо. Если будет время, я посмотрю, куда они летят. О, благодарю. Храбрые же нынче ученики. Мне бы никогда не хватило смелости. Я буду ждать вас прямо здесь. До скорой встречи. Не забудьте, что бабочки обычно порхают на окраинах запретного леса. Удачи! Ривелио! У нас есть все, что требуется юным ученикам для зельеварения. Можете осмотреться. Очень хорошо. Никогда не помешает пополнить запасы. Мудрое решение. Благодарю. Может, еще увидимся. До свидания. Превосходно. Здравствуйте. Вас интересуют зелья? Мудрое решение. Благодарю.
Отправляетесь на поиски новых приключений? Ривелио! Вот же они! Значит, она ничего не выдумывала. Пока все идет неплохо. Вероятно, мисс Уиллард все хотят эти бабочки. Так, что это тут у нас? Выполнил. Так. Надеюсь, вам удалось узнать, что там случилось с бабушкой. Здравствуйте, мисс. Они привели меня в лес, где спрятано сокровище. О, замечательно! Рада, что ваши усилия вознаграждены. Надеюсь, однажды и я наберусь храбрости, чтобы отправиться в запретный лес. А пока я просто буду радоваться, что меня там ждет еще столько чудесного, если я осмелюсь туда заглянуть. О, Маш, приветствую. Как у вас там, да?
Как ваши успехи в выполнении задач? Профессор, ваши задачи сделаны. Хорошо. Думаю, вы готовы освоить Депульсо. Покажите же, на что способны. Сосредоточьтесь, не отвлекайтесь на посторонние мысли. У вас получилось. Если захотите потренироваться. Пожалуйста, только не расшвыривайте одного. Отлично. Приятно знать, что вы стремитесь достичь совершенства в применении чар. О. Нормально. Просто в основном. Недели. Две или три я вообще. Как думаете, кто первый свалит? Все берите метлы и начнем урок. Мистер Клоптон, не отвлекайтесь, пожалуйста. Простите, мадам Кагава. Минуточку, познакомьтесь. В наших рядах сегодня пополнение. Привет. Да уже все в курсе. Цель сегодняшнего урока — напомнить вам, что маневры на метле не должны приводить к печальным последствиям. Метла — это в первую очередь средство передвижения. Как раз об этом некоторые любят забывать. На моих уроках вы не будете учиться пикированию, бочкам и мертвым петлям. Оставьте это профессиональным командам вроде Тоюхаси Тенгу. А вы не их поклонник. А теперь... Давайте посмотрим, сколько времени вы уделяли тренировкам на каникулах. На всякий случай напомню. Вам нужно встать рядом с метлой, четко и твердо сказать «вверх», а затем усесться на метлу верхом. Всем все понятно? Вверх! Спасибо. Теперь ваша очередь. Вверх! 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 Ты дурацкая школьная развалюха! Вверх! Перекиньте ногу, чтоб с обеих сторон по одной ноге. Боком не сидеть, как в дамском седле. Не то вас порывом ветра сбросит. Ты же в юбках. Если услышите мой свисток, когда будете в воздухе, сразу же приземляйтесь. Хорошо. А теперь задание первого урока. Пролететь через каждое кольцо во дворе. Только будьте осторожны. Эти метлы собственной школы. Верните их в целости и сохранности. Спасибо, Маш. Отлично. Попугала меня. Вижу, вы уже привыкли к своей метле. Посмотрим, как вы справитесь с более сложным заданием. Приступим. Следующей группой колец отмечен гораздо более сложный маршрут. Какой вид! Привет! Сегодня летная погода. А это весело. А, это лодочный сарай. Первокурсники прибывают в школу по озеру. Жаль, что ты все пропустил. Да просто музыка резко началась. На так тут Джейсона Момоа я не боюсь.
Не очень-то и сложно. Ха-ха-ха, весьма недурно. Есть минутка? Я смотрел, как ты летаешь сквозь кольца. По-моему, у тебя неплохо получается, даже на чахлой школьной метле. Мне показалось, ты готов к чему-то более сложному. Но я забегаю вперед. Мы толком не познакомились. Меня зовут Эверетт Клоптон. Подозреваю, ученика Гриффиндора вроде тебя могут заинтересовать приключения высоко в воздухе. Я прав? От такого сложно отказаться. Что ты задумал? Небольшую экскурсию, так сказать. За мной! Начинаем экскурсию! Не отставай! Сейчас мы пролетаем над двором Трансфигурации! Он, как всегда, очарователен! Будем надеяться, директор не попивает чаек у окна! Приятно быть выше всего этого, а? Впереди ты можешь видеть сады, загораживающие окна гостиной Пуффендуя. Трудно там людям с боязнью закрытых пространств. Как у Эверетта выходит летать так быстро? Полезный совет! Чтобы резко ускориться, наклонись вперед! Это поможет, если нужно будет выбраться из переплета. Ха-ха-ха! Совсем другое дело! У тебя в родне гиппогрифов точно не было? А вот гиппогрифы и драконы, и кого-то... Только подумай, сколько магии его держит! Погляди на него! А там советник! Он у нас здоровенный, правда? Ха, сразу и совет, и экскурсия по Хогвартсу! Отличная прогулка, Эверетт! Это свисток Кагавы! Пора заканчивать с экскурсией! Скорее, возвращаемся! Похоже, она уже всех отпустила. Надо поскорее вернуть метлы на место. Слезь с метлы. И где же вы двое пропадали? Ой, здравствуйте, профессор. А мы тут решили немного потренироваться. За нарушение моих указаний каждый из вас будет лишен призовых очков. Мистер Клоптон, я разочарована. Вы все еще в этом классе, потому что до сих пор не умеете уважительно относиться ни к своей метле, ни к себе самому. Но, профессор... Довольно. На сегодня урок окончен. Что касается вас, думайте о последствиях, прежде чем принимать решение. Не вешайте нос. Летали вы весьма недурно. Жалко, что Кагава нас поймала. Но согласись, эти виды того стоили. Ха, ради такой экскурсии можно и пожертвовать очками. Ты отлично управляешься с метлой. Будь у тебя метла получше, тебе бы удалось в два счета обставить Имельду. На уроках Кагавы она лучше. Я бы тоже показал себя, если бы у меня была своя метла. Ненавижу возвращать школьную после урока. Значит, нужно купить метлу. Если можешь, купи. Жаль, что я не могу. Обязательно сходи к Алби Уиксу в Круголетку, это в Хоксмиде. Ему часто нужны добровольцы для испытания новых моделей. Буду ждать тебя в небесах на новенькой метле. Так. Я не забыл о нашей затее с библиотекой. Удалось продвинуться? Если хочешь позаниматься счетными заклинаниями, жди меня возле кабинета защиты от темных искусств. Неподалеку есть одно тайное место. Инсентив!
выходите в коридор 7-го этажа как можно скорее. Я знаю, как помочь вам сосредоточиться на учебе подальше от посторонних глаз. Ривель! На той неделе я наслал колено в оборот. Боже. Ривелио. Середину давай. Ривель. Орли Гуф. Здесь кидают скользкие. Вполне симфония. В которых состоит Орли Гуф. Могут вести в разных тональностях и держать. Ривелио. Репаро. Депульса. Люмос. Левиос. Акца. Депульса. Ёп, зелёный. Репаро. Ривелио. Депульса. Люмос. Левиос. Акцо. Выполните задание, которое я вам дал, а потом зайдите ко мне. Я научу вас режущему заклинанию Дефидо. Обычно его используют для разрезания предметов, но оно может также пригодиться в бою. Один уже наверху, остался еще один. Thank you.
Люмос. Инсендио. Левиоса. Акцио. Ривелио. Я починю.
Вот пивоварка. Мне нужна помощь с доставкой. Хотите? Три сестры. Колокола три сестры, как говорят, нас так в честь трех прекрасных, но очень криптов, которые величественно возвращаются на долины. Илши. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, мелодия разносится по долине и всему высокогорному местному уже много лет сбит. Около того. Ривелио. Уверена, что я его слыкает рядом со мной. Инсайдер. Ривелио. Ривелио. Ривелио.
профессор Уизли? Подальше от посторонних глаз. Простите, меня задержал директор и... Мерлинова борода! Я гляжу, вы зря времени не теряли. Мерлин — это ругательство, да? Ругательное слово. Идем? После вас, профессор. Это за место? Это выручай комната. Она появляется, когда очень кому-то нужна. Обычно найти эту комнату удается лишь немногим ученикам, да и тем случайно. Я собиралась рассказать, как ее найти. Нужно пройти мимо той части стены, думая о том, что вам очень нужно. Но вам удалось самостоятельно отыскать комнату. Давайте я расскажу вам о ней, пока я здесь. Ну, и где же Дик? Должно быть, куда-то ускользнул. Кто такой Дик, профессор? Тот эльф, с которым я говорила в ваш первый день. Он расскажет вам, как использовать комнату. Ну нет, лезть через все это я не собираюсь. И это отличный повод научить вас заклятию исчезновения, Эванеско. Используйте Эванеско, чтобы заставить предметы, например, эти стулья или прочие вещи в комнате, исчезнуть. Сперва отработайте движение палочкой, а затем уберите эти стулья. Отлично. Наложите Эванеско на стулья. Замечательно. Смотрю, у вас появился лунный камень. Позже я расскажу вам, для чего он. И а дальше. Пока пойдемте. Во имя Мерлина, где этот эльф? Неужели я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений подлиннее, чем... Если захочешь списать еще раз, дай мне знать. Не могу поверить, что он все это время был здесь. Я быстренько взгляну. Вы пока сами тут осмотритесь, а потом поищем Дика. Хорошо, профессор. Ривель! Боже правый, нельзя ли потише? Мы тут вообще... Ривель! Ривелио! Надеюсь, ничего не обвалится. Посторонние! Хватай! Нет, нет! Фу, бестолковая куча железа! Хотел ли... Ривель! Комната решила, что мне нужно помыться. Ну вообще. Ривелио. К
Как здесь может пройти хоть кто-то крупнее домового эльфа? Выращу. Что это было? Неужели это был золотой снич? Советую собраться с мыслями и выяснить. Капульса! Ривелио! Капульса! Ривелио! Капульса! Левиоса! Акция! Репаро! Бляха! Капульса! Акция! Поможет. Как-то же можно. Надеюсь, домашний эльф сможет нас тут отыскать. Акция!
Ривелио. Осторожнее, а? О, вот и вы. Минутку, Дик к вам спустится. Здравствуйте. А, Дик, мы тебя искали. Прошу прощения, профессор Уизли. Дик смотрел, что нового в комнате с прошлого раза. Это и есть тот ученик? Вот именно. Для Дика честь узнать вас. Я подружилась с Диком еще на втором курсе. Мы вместе нашли эту комнату. Я рассказала ему о вас. Мы считаем, что комната поможет вам в учебе, как помогла и мне. Дик, будь добр. Конечно, профессор Уизли. В выручай комнате всегда найдется то, что нужно ищущему. Она скрыта, ее нет на картах. И находят ее случайно, если вообще находят. Дик видел, как комната давала ученикам целые горы флаконов для зелий, когда они их искали. Вы, кажется, бывали в ней, когда она была комнатой спрятанных вещей. Мне, конечно, нужно было место без посторонних глаз. Ничего себе. Это все объясняет. Мне нужно какое-нибудь место, где я смогу наверстать учебу и где меня не будут отвлекать. Что ж, тогда именно этим комната вас и обеспечит. Сосредоточьтесь на том, что вам необходимо. Просто закройте глаза и представьте себе комнату такой, какой вы хотите. Остальное она сделает за вас. Рёшку заказывай. Однушку. Вижу, вы уже обеспечили себе простор для творчества. Интересно, как вы распорядитесь этим местом? О, похоже, в комнате появился стол определения. Превосходно! Он определяет свойства незнакомых предметов одежды. Довольно полезно знать, на что способна вещь, которую вы надеваете. Вы найдете много одежды, свойства которой нужно будет определить. Так что стол очень пригодится. Кажется, стол определения весьма полезный предмет. Отлично. Надеюсь, вам понадобится. А сейчас я преподам вам короткий урок колдовства. В комнате может не быть того, что вам нужно. Колдовство? Да. Искусство создавать предметы с помощью чар. Я научу. А
Отлично. Для того, чтобы создавать более сложные предметы, вам понадобится магический рецепт. Магические рецепты совсем как обычные рецепты. Они содержат список ингредиентов, ресурсов для создания предметов. Вы ведь приобрели рецепты, с помощью которых можно создать стол для зельеварения и стол для рассады. Они у меня есть. Где мне достать нужные ресурсы? Ресурсы, например, лунный камень, можно отыскать по всему Нагорью, но безопаснее и проще их купить. А еще их можно получить, заставляя исчезать предметы в выручальной комнате. Опасно и просто, это не для меня. Избавившись от стульев, вы получили много ресурсов. Понятно. А можно получить потраченные на предмет ресурсы, если он исчезнет? Да, можно. Вы весьма понятливы. Почему бы не попробовать создать и стенд для зелья варенья, и стол для горшков? Именно за такими же столами вы работаете на уроках, занимаясь растениями и варкой зелий. Отлично. Используйте их для приготовления зелий и выращивания растений. Разумеется, если вы собрали нужные семена или ингредиенты для зелий в Хоксмиде или за пределами замка.
Дик сможет ответить на все ваши вопросы, так что не пренебрегайте его знаниями. А вы можете рассказать мне побольше о Дике? Он в Хогвартсе, куда дольше меня, и, похоже, изучил каждый закоулок и секрет замка. Мы нашли эту комнату вместе, когда я училась. У Дика большой опыт. Он многому научился и в Хогвартсе, и на предыдущей работе. Он сам расскажет вам больше, если захочет, а я только напомню, прислушивайтесь к его советам. Интересно, можно ли использовать этот тип трансфигурации вне комнаты? Заклинания созидания и исчезновения строго запрещены везде, кроме этой комнаты. На замок наложены особые чары. Иначе бы мы то и дело исправляли последствия чьих-либо шалостей или ошибок. Но у выручай комнаты есть свои правила. Угу. Если мне что-то будет нужно, я обращусь к Дику. Спасибо. Удачи вам. Я еще побуду здесь. Вдруг вы захотите выучить еще одно заклинание для применения в комнате. Эй. Только сразу. Я готов к следующему уроку, профессор. Что ж, следует найти лунные камни. Вы можете получить их, заставив исчезнуть предметы в выручай комнате, или собрать их за пределами Хогвартса, но с осторожностью. Возвращайтесь, когда у вас их будет достаточно, и мы начнем урок. Профессор, у меня лунный камень, который вы просили. Хорошо. Теперь можно начинать. Вы можете создавать не только столы для зельеварения. Колдовство поможет вам украсить это место по вкусу. Потренируйтесь на стенах и полу. Отлично. Продолжим. Профессор, мне удалось создать все. Что делать дальше? Думаю, пора приступить к изучению изменения. Изменяющее заклинание скорректирует любой созданный предмет. Вы можете изменять цвета, узоры и стили своей мебели на свой вкус. Итак, начнем. Сейчас я продемонстрирую, как использовать изменяющие заклинания. Просто направьте палочку на любой созданный предмет. И используйте заклинание, чтобы скорректировать его. Профессор, у меня есть вопросы насчет изменения. Да. Как применять изменяющее заклинание? Просто направьте палочку на предмет, который вы создали с помощью волшебства, и наложите изменяющее заклинание. Вы можете изменить внешний вид предмета или переместить его в другую точку комнаты. Спасибо, профессор. У меня Бросив нема. Если понадоблюсь, я здесь. Thank you.
Неплохо. Пожалуй, вы готовы к чему-то посложнее. Изменяющее заклинание может изменять планировку комнаты. Создайте новое оформление для пола или балкона. Осваивая изменения, старайтесь целиться в пол или в галерею. Если вы немного измените обстановку, это место станет уютней. Дик, покажи-ка. Конечно, профессор Уизли. Профессор Уизли показала Дику это заклинание несколько лет назад. Уверен, что вам понравится. Приходите к Дику, когда будете готовы. Профессор Уизли сказала спросить тебя, если захочу изменить внешний вид комнаты. Разумеется. Какая обстановка вам будет приятнее всего? Мне бы хотелось, чтобы комната была словно озарена лунным светом. Отличная идея. Совсем другое дело. Если вас не устроит такой вариант, попросите Дика сделать, как было. Теперь вы знакомы с изменяющим заклинанием. Спасибо, профессор. В этой комнате можно столько всего устроить. Это правда. Сколько бы я сюда ни возвращалась, она не перестает меня удивлять. Теперь здесь еще больше места. Как это вышло? В комнате появляется все, что нужно. Она поняла, что вам требуется место для отработки заклинаний. Чтобы обустроить все по своему вкусу, вам пригодятся магические рецепты. Ищите их повсюду, они встречаются не только в Хогвартсе. Спасибо, профессор. Буду смотреть в оба. Хорошо, я вас оставляю. Это место ваше. Используйте с умом. Thank you.
Ривелио! Акция! Ладно, хватит тут. О, левое лицо! Чудесно! Магазин спортивных товаров. Этим магазином управляет любезный... Здесь продают всевозможные волшебные спортивные товары, включая новинки или мир. По городу ходит и работает над рядом совершенно счетных. Здравствуйте, вы мистер Уикс? I'll be Weeks к вашим услугам. Добро пожаловать в Круголетку. Извиняюсь, если вы приходили, но было закрыто. Лавка закрыта из-за потери торговых путей. Пришлось ехать в Лондон, чтобы встретиться с поставщиком. И я только вернулся. К счастью, не с пустыми руками. Полагаю, вы подыскиваете себе метлу? Например, у меня есть тлеющий порыв, серебряные стрелы... И пряди ветра. Любой из них вы останетесь довольны. Они все хороши как по качеству, так и по характеристикам.
У вас огромный выбор метел. Я осмотрюсь, если вы не против. Вам что-то подсказать? Приятно а иметь вот с вами дело. Реальная метла Латиху. Вы будете в восторге от этой метлы, обещаю. По сравнению с метлами на уроках Кагавы, любая другая покажется достижением техники. У всех моделей есть ограничения. А вы, кажется, заинтересованы в несколько усовершенствованных моделях. Я вас слушаю. Ха! Я знал, что не ошибся в вас. Думаю, на небольших высотах вас вполне устроят летные характеристики метлы. Но, возможно, вы замечали, что если подняться выше, возникают колебания. Уверен, что смогу это исправить. У меня есть парочка идей, назовем их улучшениями, благодаря которым можно будет повысить характеристики метлы. Поэтому мне нужен доброволец, который испытает метлу в полете и поделится опытом для улучшения метлы. Так уж вышло, что ученица Хогвартса Имельда Рейс использует заброшенные маршруты для гонок на время. Сообразительная. В такой ситуации можно собрать статистику полета. Если победите в соревновании на лучшее время, приходите ко мне и расскажите, как вам метла. Тогда я смогу доработать первое улучшение. Что скажете? Кажется, это интересно. Сделаю все, что смогу. Благодарю. Оно вам точно пригодится. Если я прав, новое улучшение позволит усовершенствовать метлы. А еще я предлагаю вам хорошую скидку. Гонки на время тоже весело. Имельда вам все расскажет на площадке для квиддича. Скажите мне, когда победите Имельду? Обязательно. Эй, Гриффиндор! Имельда Рейс? Меня прислал Албивикс. Ха, да неужели? Небось, так и возится со своим улучшением для метлы. Однажды я попыталась помочь ему, но он раскритиковал мою технику полета, и на этом все закончилось. Какая наглость! Он хочет втянуть тебя в свою дурацкую затею с метлами? Интересно, почему? Ты ведь едва научился летать. Или он узнал о ваших с Клоптоном выкрутасах на уроке полетов? Не знаю, что об этом говорили, но получилось это случайно. Расскажи это кому-нибудь другому. Впрочем, это не важно. Все знают, что эти занятия нужны только новичкам, хулиганам и неуклюжим слюнтяям. Но почему-то остальные уверены, что ты станешь мне серьезным конкурентом, а я такого не потерплю. Может, мы и правда конкуренты. Ты ведь даже не из Слизерина. Это все равно, что Сквиб. Хватит болтать. Куела, что? Есть только один способ узнать, кто из нас лучше летает. У меня на этом маршруте один из лучших результатов. Посмотрим, можешь ли ты со мной тяга... Слизерин против Гриффиндора. Почему бы и нет? Я тебя обгоню. Я уже предвкушаю твое поражение. Есть. Отлично! Тьфу, пропустил. Волки зеленые. Так. Можно как-то заново начать.
это весело. Превосходно. Вот так. Отлично. Вроде получается. Как так? Это явное жульничество. Ты не... Ладно, победа за тобой. Но не думай, что на этом все. По одной гонке нельзя судить о том, кто что умеет. Да брось. Конечно, моя победа говорит о многом. Могло быть и хуже. Но тебе еще придется показать себя, если хочешь заслужить мое уважение. Считай, вызов принят. Может, у тебя и впрямь талант? Посмотрим. Но особо не надейся. Следующий маршрут у Айрондейла намного сложнее. Можешь подготовиться, полетав по этому маршруту. Просто подойди к помосту, туда, где список лидеров. Там сможешь узнать свое время и начать гонку. В следующий раз посмотрим, не была ли твоя победа просто случайностью, раз уж речь о поручении Алби Уикса. Ой, Маш, спасибо за элик. Думал, ты иметь пошла уже. Так. Думаю, мистер Уикс будет рад услышать, как все прошло. Поэтка. А вот и вы. Надеюсь, вам есть что мне рассказать. Мистер Уикс, мне удалось установить новый рекорд на метле. Невероятно! Мисс Рейс должно быть в шоке. Ну что, как метла? В целом неплохо. Хотя ее порой мотало из стороны в сторону, да и скорости бы добавить. Надо сказать, что иногда на поворотах ее немного заносило влево. А при резком уходе вниз слышался... А, ты теперь вечером стримишь. Благодарю. Эй, я в это время, к сожалению, не могу. Заносит, ага. Сейчас же приступлю к работе. И тогда даже самые закоренелые скептики признают, что у моей работы был потенциал. Ваши способности совершенствовать метлы поставлены под сомнение? Вы удивитесь, но люди ужасно консервативны. Говорят, что если и так нормально работает, то нечего и лезть ломать. Такие люди не ценят чувство свободы, которое дает полет на качественной метле. Им наплевать на творческий процесс и все, что с ним связано. У моего друга в Риме тоже магазин. Говорит, ему еще хуже. Проблема в том, что после обеда итальянцы предпочитают вздремнуть. А где бы мы были без улучшений? Представьте, что Эллиот Смит Уик слушал бы скептиков. И кто тогда придумал бы амортизирующие чары? Ну да. Не терпится узнать больше. У меня предчувствие, ну, вечером что и топы выходят стримить, надо. Поэтому уверен, с ними сложнее. Работать. Скоро я с вами свяжусь. Как же решить проблему высоты по отношению к скорости? Да? Жалко.
Вам что-то подсказать? Спасибо, что зашли. До скорой встречи. Ты только на трово сейчас? Тоже на... Что ты здесь делаешь? Предлагаю сыграть в поле призывателя. По-моему, тебе пора узнать, на что ты годишься против настоящего мастера, а не против неумех. Поле призывателя — это не просто игра. Становится понятно, чего стоит ведьма или волшебник. Ну что? Точно хоть. Ну хорошо, давай начинать. Отлично. Вот гейм уже давно понял. Это игра, которая меняется. Акцо! Ну, вообще уже не. Чёртова палочка. Палочки. Акцо! Вот это удар. А тот перекрыл, дебил. Расплюнуть. Эй, я что-то танки. Запишем в твою пользу. Акса. Ой, деби. Путин. Ты уже выяснил. У меня палочка выскользнула. Да-да. Вот так. Акца! Ужас. Ха, тебе просто повезло. Ты победил. Молодец. Тебе просто повезло. Ты еще аккаунт не перевела? Казахский. Успокойся, Леандр. Не надо так расстраиваться. Ну ладно, ты молодец. По крайней мере, лучше меня. Скажу остальным, что ты достаточно хорош, чтобы другие продолжить игру. Другие игроки? Я проиграл Саманте Дейл 7 матчей подряд. Раз ты даже меня не смог победить, то для других игроков ты и подавно не соперник. Выше нос, Леандр. Тренируйся, и все получится. Ну да, пожалуй, ты прав. Скажу остальным, что ты прошел испытание на храбрость. Значит, я Хогвартс, как бы. Ну там сразу, когда Хогвартс поешь. Только 3 дня нельзя. Да и все. Слушай, Маша, а Lethal Company есть? Сюда!
Себастьян, давно не виделись. Действительно. Хорошо, что мое сообщение тебя достигло. Мне нужно тебе кое-что показать. Хочу поблагодарить тебя за твой поиграть несколько одному. Конечно. Пергам пыталась меня наказать, но я умею выкручиваться из подобных ситуаций. Одному неинтересно. А ты взял вину на себя. Это дорогого стоит. Получилось найти искомое? Да. Но кое-чего не хватает. Я не уверен, что нам стоит обсуждать это здесь. Я согласен. Давай продолжим наш разговор в крипте. Надо как-то о ней никто поиграть. Не знает, даже преподаватели. Сюда. Ты... Здесь тайный проход. Это же не одна игра. Одной вообще делать. Как ты нашел это место? Мой друг, Оминис Мракс. Он назвал это место криптой. Здесь мы когда-то играли в плюй камни с моей сестрой. Я аж в субботу не стрим. Она обожала эту проклятую игру. Я бы все отдал, лишь бы еще разок ее поиграть. В субботу вообще на мастер. Предупреждаю, я поклялся Оминису, что буду хранить это место в тайне. Театр не так что получается. Прошу, пусть это останется между нами. Он очень закрытый. Но мне доверяет со дня нашего знакомства. Не хотелось бы потерять его доверие. Мы ходили сюда почти каждый день. И нас ни разу не поймали. По-моему, мы с Оминисом виделись на уроках зельеварения или травологии. Я заметил, посмотрим в субботу, если вечером получится. Да. У Оминиса врожденная слепота и ни одно заклинание. Сейчас микрофон другой заказался. Его палочка, кажется, тоже обладает собственным разумом. Впрочем, меня это не удивляет. Оливандр всегда повторяет, что палочка выбирает волшебника. Микрофон направленного действия. Нет, ему кто-то из родных попроще. Рассказал. У Мраксов полно всяких не тайн. Не... Я никогда не слышал о ней ни от кого другого. И никого больше здесь не видел. И ты никому не говори, что был здесь. Особенно Оминису. Он не питает теплых чувств к членам своей семьи с их секретами. Но это место ему по-настоящему дорого. Хорошо. А можно, в принципе, и пятницу. Но почему Оминис не питает если получится и субботу. Семье? Его родственники со стороны отца, если у тебя, прямые потомки планов Салазара у вас других нету. Одного из четырех основателей Хогвартса. Они одержимы чистотой крови. Ну, во всяком случае, большинство из них. В принципе, можно. Оминис их не выносит и не скрывает этого. В общем, крипта идеально подходит для того, чтобы спрятаться от посторонних глаз. И даже попрактиковаться в запрещенных заклинаниях. Правда? Ну, давай в пятницу. Можно попробовать взрывающее заклять. Преподаватели считают, что оно не для учеников. Хорошее магическое образование должно включать все виды магии. Я полностью согласен. Такие заклинания, как Конфринго, опасны только для неумелых волшебников. Не нужно ничего запрещать, надо просто учить как следует. Честно говоря, я предпочитаю магию, связанную с огнем. Но тебе стоит освоить его. Я научу тебя, здесь это будет безопасно. Не торопись, здесь нужна привычка. Повторяй за мной движение палочкой. Само заклинание — Конфринго. Хорошо. Дай. У тебя получается? Попробуешь его в деле? Только целься поточнее. Незачем разносить крипту. Потренируйся на этих канделябрах. Оба этих заклинания полезны по-своему. Конфринго! Молодец! Как ощущение? Вот так! Кажется, получилось. Отлично. Надо признать... Мне понравилось. Мы с Оминисом себе брови опалили, когда только начали учить заклинание Конфринго. Хотелось бы мне на это посмотреть. Я думал, нам никогда про это забыть не дадут. Но в этом заклинании до сих пор есть нечто притягательное.
Именно такую магию мне всегда и хотелось изучать. Тебе предстоит узнать еще много интересного. Годами я осваивал здесь подобные заклинания. Даже Анна и Оминис знают об этом далеко не все. Давненько я не приходил сюда. Без Анны здесь совсем по-другому. Очень жаль твою сестру. Хотелось бы мне чем-то помочь. А может, поедешь со мной, когда я в следующий раз отправлюсь в Фелдкрафт? Познакомишься с Анной? Может, удастся ее малость подбодрить? Не похож ты на Слизерин. Давай встретимся, только скажи, когда. Анна так скучает по Хогвартсу. Она вынуждена оставаться дома с нашим опекуном, дядей Соломоном. Увы, с ним тебе тоже придется познакомиться. Знакомство с новым учеником как раз то, что ей нужно. Буду ждать с нетерпением. Отлично. Кстати, о чем тебе не хотелось говорить со мной в зале? Даже не знаю, с чего начать. По твоим словам, в находке из библиотеки чего-то не хватает. Полагаю, это как-то связано с той историей с порталом, Гринготтсом и Ранроком? Вижу, тебя не проведешь. И да, действительно связано. Думаю, ты понимаешь, что это еще далеко не все. Я тебя внимательно слушаю. Какой? Обещай, что это останется между нами. Я же рассказал тебе о потайной крипте. Ты тоже можешь мне довериться? Ну хорошо, я скажу. Я вижу следы древней магии. Древней магии? Не знаю, чего именно я ожидал, но точно не этого. Что это вообще за древняя магия? Честно говоря, я толком и не знаю. Знаю только то, что могу различить шепот древней магии, который не замечают другие. Мы с профессором Фигом думаем, что Ранрок научился каким-то образом использовать эту силу. Хочешь сказать, что гоблины способны владеть магией волшебников? Именно это мы и пытаемся выяснить. А эти твои способности, благодаря им ты тоже можешь использовать эту магию? Ну, я даже не знаю. Что ж, сообщи, когда узнаешь. Я давно занимаюсь изучением архаичных форм магии. Может, вместе мы разберемся? А пока не помешает уделить немного времени взрывающему заклятию, раз уж за тобой охотятся Руквуд и Ранрок. Можешь оставаться здесь столько, сколько нужно. И помни, никому не рассказывай об этом месте. Как буду в Фелкрафте, пришлю тебе сову. Привет, Себастьян. Подожди. Эй, я тебя слышу. О, привет. Ты Оминис, да? Кажется, мы вместе ходим на зельеварение и травологию вроде. Знакомый голос. Я слышал, как ты говорил с Гарретом Уизли на уроке зельеварения. Ты тот новый пятикурсник. Ты только что вышел из крипты? Как ты зашел туда? А эта комната называется крипта? А, ну, меня в этот странный проход, в общем, случайно занесло. Вот. Не надо врать мне! Никого не может занести сюда случайно! Это Себастьян тебе рассказал. Скажешь кому-то хоть слово об этом месте, и даже твой драгоценный профессор Фиг тебя не спасет. Мой отец дружит с директором. Фиг-фиг-ми. Я не постесняюсь использовать свои связи, если понадобится. Честное слово, Оминис, я не скажу ни слова. И Себастьян хороший друг. Не надо сразу думать о нем худшее. Меня не интересует твое мнение о моем самом давнем друге. Спасибо большое. Оминис, я просто я хочу сказать... Я знаю, что ты хочешь сказать. Себастьян уже и так вляпался, обойдется и без твоей помощи. Себастьян еще об этом наслушается. Кстати... Так, блин.
какая приятная встреча, мой юный друг. Я намерена обучить вас. Зайдите ко мне, кое-что обнаружил. Ко мне как будет вас. Больно приятный. Провели это время. Я, наверное, буду кардио. Просто на позволит на. Заходите. У меня много лечебных зелий, если они вас интересуют. Здравствуйте, мистер Пеппин. Вам нужно доставить товары? Да, нужно. Я так полагаю, что вам совсем не составит труда посетить городок Кинбридж. Это к югу от Хогвартса. А что за товары нужно доставить? Фатима Лаванг заказала зелье невидимости. Обычно я доставляю зелье сам, но в последнее время она каждый раз затевает ссору. И почему-то вечно жалуется на качество товара. Но какое уж тут качество, если она заказывает зелья так часто, что я не успеваю их варить. В общем, если вы возьмете на себя эту нервную задачу, то можете забрать себе плату за доставку. Я с радостью помогу вам. Вы не представляете, как я вам благодарен. Вот зелье невидимости, которое она заказала. Надеюсь, она не доставит вам неприятностей. Конечно, она тоже весьма талантлива в зельеварении. Я бы даже не отказался взглянуть на ее книгу рецептов. Чем я могу вам помочь? Так, грозовой на... Мудрое решение. Благодарю. Видим. Мудрое решение. Благодарю. Может, еще увидимся. До свидания. Ой, так, ну. Ривелио.
Конфриндо! Акция! Экспеллиармус! Конфриндо! Конфриндо! Экспеллиармус! Ривелио! Инцендио! Ривелио. Ривелио. Вечно он опаздывает. Мадам Лаванг, у меня посылка из лавки зелий Джея Пепина. Ха-ха. Теперь он поручает свою работу детям? Что угодно сделает, лишь бы самому не утруждаться. Может, вы еще и зелье за него варите? Хотя какая разница? Вы наверняка справитесь с этим лучше, чем он. Вот зелье, которое вы заказывали. Не все так просто. Я знаю, что Пепин вечно пытается надуть покупателей. И на все готов, лишь бы лишнюю пару-тройку галеонов слупить. Вы ни кната не получите, пока не докажете, что зелье действует. Пейте. Это несложно. Хорошо. Вот и славно. Кажется, сработало. Что ж, не поспорить. Если на зелье и вправду высокий спрос, может, вам пересмотреть свой подход к работе?
скажем, предлагать свои умения и рецепты. Ха! Ни за что! Этот бездельник пришел на готовенькое в то время, как другие трудятся, не покладая рук. Я не собираюсь делиться с ним плодами своего упорного труда. Если его дело прогорит, сам виноват. Что ж, ладно. Я сообщу мистеру Пеппину, что его зелья доставлены. Прекрасно. А что у вас можно купить? Что вы сегодня ищете? Спасибо, что зашли. Весьма признательна. Ривелли! Коренившийся дом. Местный житель называет его учимся из странного угла под именно. Корень империя. Пирщик в Кембридже всегда держит под собой запас кожи. Этих. Какой? Ульи, жители волшебного мира, нужен мед для чая, так им. Ривелио! Что надо, господи?
Слышал, вы на... У нас есть все, что требуется юным ученикам для зельеварения. Можете осмотреться. Зелье для Фатимы Лаванг доставлены? Очень хорошо. Она не доставила вам проблем? Понимаю, почему вы не захотели к ней идти. Она ворчит и ворчит. Я очень благодарен вам за помощь. По крайней мере, дело сделано. Приятно иметь с вами дело, мистер Пеппин. Взаимно. Вам удалось сладить с этой ведьмой, и это правда того стоит. Кстати, в Кинбридже мне попалась эта книга рецептов зелий. Может, она вам пригодится? Это что? Книга рецептов Фатимы? Оставьте ее у себя. Она не заслужила эту книгу. Я оценил ваш порыв, но вам стоит поучиться уважать чужую собственность. Некоторые вещи для зельеваров крайне важны. Я немедленно верну ей книгу. Чем я могу вам помочь? Может, еще увидимся? До свидания.